Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Голодные акулы. Эволюция». Так, нам нужно еще немножечко, и мы с тобой получим 10-й заключительный этап. Так что вперед. Лучшие результаты, ускорение, это все понятно. Откармливай акулу, чтобы вырастить ее. Вот этот краб мне нужен, ребят. Так, ну что, у нас... Портал, кстати, должен быть открыт. Ведь так... Рыбка-то куда это от меня тут улепетываешь? Подожди, или у нас портал не здесь? Ой-ой-ой. Совсем забыл, что это не та игра, ребята, да? Это тебе не мировые акулы, где у нас есть возможность кушать этих медуз. Тут мы их есть не можем. Так, что-то мы тут с тобой куда-то спустились. Нас... Ах ты! Ужалило очень сильно. Так, ну пока вроде бы... Опа-опа-опа. Захомячил. Ха, первая кровь. А где первая, там и вторая, согласись. Так, перекусили малька. Иди-ка сюда, рыбка. Этими тоже надо закусить. Море витаминов. Конечно, море. Так, я этого не могу, да, съесть? Тихо, 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 не надо. Тут бомбочки для меня опасны. Это там у меня есть щит в той игре, а здесь, к сожалению, пока ничегошеньки у меня нету. Погоди, а где же у нас здесь на этот Титаник? Портал? На... А, вот здесь вот, по-моему, он сейчас будет. Или не здесь? Что-то я все попутал. Давай на самый верх поднимемся, там же у нас должны быть кто? Людишки, естественно. Перекусим людишками с тобой. Куда этот? Ты че, я не понял, акула оборзела, что ли? Ну-ка. Блин, жалко, я их не могу пока есть. Почему не могу? Съел? Иди сюда, красавица. Иди сюда. Да куда же ты? Эть-эть. Маленький там на этом бережочке дергается. То есть я даже не смогу маленьких, да? Медуз. Иди сюда, морской котик. Опа, захомячил. Так, этого ската надо съесть. Сколько у нас денег? 18 тысяч, да? Скоро будет 19. Судя по всему. Где моя пирушка? Сейчас будет. Вот она. Скудненькая золотая лихорадочка. Опа, опа, опа. Захомячили. Так, ну-ка, вернитесь. Куда? Что это он застрял-то здесь? Правильно, нечего. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, ну давай ты. Ах, все-таки одного захомячили. И это хорошо. Это прям, я бы сказал, замечательно. Слушай, а действительно, а где же у нас получается вот этот вот портал? Где вообще тут аквалангист? Они хоть есть? Акула, куда ты лезешь? Сейчас я вот сюда. Сейчас заплыву, как всегда, да? В какие... Опа! Чего там получил? Акулу по контракту? А здесь карта есть? Ну-ка. Так, зачистка крабов. Награда. Проглотить 40 крабов. Где бы понять-то, сколько тут я проглотил и сколько мне еще надо проглотить? Ведь это не показывается нигде. Вот в чем проблема. 40 крабов. Да и крабов здесь не так уж и много на самом-то деле. О, вот он. Доплавался, родной мой. Заплыв. Опа. Еще. Это уже двойное убийство у нас. Крабы, вы где? Нету. Вон, опять, опять, ребят, застрял и ничего сделать не может. Тупик. Так, я начинаю голодать потихоньку. Потихонечку, потихонечку начинается у нас голод. Ну-ка, иди сюда, акула. Вот это я тоже перекушу. Здесь. Вот этим. Ничем не побрызгаю. О, золотомания.
Иди сюда. Ага. Тройное убийство. А это, я так понимаю, нас... Йо! Да почему, блин, ребят, ну откуда вот эта вот параша появилась? Так, ожили, ожили. С какого перепуга он там плавает? Зануда этот. Да это-то еще откуда взялось? Да вот издевайтесь надо мной, что ли? Иди сюда. Доплавался. Захомячил я его, короче. Захомячил. Что это за новые виды рыб-то? Откуда они берутся-то вообще здесь? Я в шоке. Да отвали ты от меня. Нет, это невозможно играть, потому что постоянно какая-то фигня меня бомбит. Откуда это все берется, а? Друзья мои, акула-молот, этап 10, и зарабатываю с вами бабле. Так, друзья мои, открывается тигровая акула. Стоит она 15 тысяч, и покупаем. Конечно. Тигровые акулы имеют чрезвычайно мощные челюсти и способны перенести большинство вражеских атак. Ха. Кого ест? Да кого ели, того и ест. Особо сильно не отличается. Так, ну что, а следующая какая у нас будет акула? Большая белая акула, воу. Вооружить, конечно, нам нужно теперь ее вооружить. Это понятное дело. Так, новинки. Выиграть, а как я выиграть должен? Это бессмертное существо покинуло недра подземелья, чтобы обратить всех вокруг в вампиров при помощи мышиной пелены. Ограниченная серия. Здесь я охотник. Так, а как я? Проглочено пингвинов. Пингвинов? А это здесь при чем? Защита от взрывов. Так, подожди, а где мои маленькие акулята, которые мне давались бесплатно? Так, золото плюс 8%. Слушай, вот это хорошо. Это я, наверное, прикуплю, да? Пускай он ходит. 8%. Так, здесь у нас... Где мои питомцы, а? Скажи-ка мне на милость. Выносливость плюс 20%. Может быть, приобрести вот этого, а? Выносливость 20%. Или не стоит? А мне кажется, стоит. Тигровые акулы любят охотиться парами. Помогите им в этом. Так, а подожди, а где же мой бесплатный-то? Золото 5%. Так, ошейник. Вооружить. У нас тут очки 5%, да, идет. На плавник у нас с тобой булавка. Здесь у нас что это? Новинка. Акулий манок. Бронежилет. Соточка. Защита от бомб? Серьезно? А, понял. Понял, это бесполезно, ребята. Это всего лишь на один раз. Так, здесь мы с тобой надели. Здесь у нас бабочка. А тут у нас... Нет, вот тут бабочка. А тут-то тогда что? Ошейник. Ошейник, ошейник. А он мне нужен? Здесь у нас бабочка. Нет, конечно. Шляпа у нас надета. И вот здесь все-таки не могу найти, друзья мои, наших бесплатных акул. Давай-ка, наверное, сюда еще пролистаем. Тут кепки. Так, подожди, кепки. Моя маленькая акула, она куда делась-то? Это у нас Нэнси Нарвал, я смотрю. Нету. Ладно, придется без нее. Ох, ё-моё. Ледяная акула, прикинь. Ох,
ёлки-палки. 75 тысяч стоит, как тебе такое, а? Чудо-юдо. Вот, вот здесь почему-то же есть акула. Почему вот сюда вот мне не дает? Не знаю, ребят. Ладно, поехали, нам нужно с тобой зарабатывать деньги, прокачивать акулу. Ох. Давай трапезничать. О, как я все поедаю тут. Слушай, она, по-моему, мне кажется, ребят, даже плывет намного быстрее. Ну, как бы пошустрее, если честно. Может быть, конечно, мне так кажется. Да нет. Плавает она действительно как-то шустро. И это хорошо. И это все очень даже замечательно. Так, крабов этих схомячили. Иди сюда. Куда ты побежал от меня? Так, а где у нас этот кальмар? Ой, кальмар. Ну, ты понял, да, про кого я говорю? Где он, интересно, у нас находится? Я помню, что где-то вот... Ах ты. Опа, еще один портал. А что за портал у нас это? Ты помнишь? Нет, я не помню. Но меня, как всегда, ребята, сейчас тут прижучат, скорее всего. Даже не дадут тут повеселиться мне. Да? Черепаха. Я прав или нет? Дай ты схавать-то тебе больно. Конечно, больно. Так. Ага, морского ежа мы этого с тобой теперь можем на изи кушать. Без, как говорится, опасности, да? Ох, как хорошо-то сейчас было. Да я эту черепаху не могу поймать, ты прикинь. Иди сюда, говорю. Так, стоп. Кто у нас тут плавает? Да-да-да-да-да, вот так вот будет, скажем. Фига ты. А почему это я тебя не могу... Вот жук, а. Опа. Ой. Это было моей ошибкой. Так, морской котик, иди сюда. Давай, может быть, пониже сплаваем с тобой, посмотрим. Так, а вот это, что дают эти коктейли? Тоже пока непонятно. Ух ты. А, это просто так, коралл какой-то, не знаю. Черепахи. Опа, опа, водолазы. Акулки. Напиточек. Зачем? Зачем ты так... Ты захомячил его? Захомячил. Так, это кто там наверху? Мне показалось, нет? Бомба там наверху, ё-моё. Да ёлки-палки, зачем? Почему-то меня, не знаю, ребята, от одной бомбы на другую бросает. С чем связано это, не пойму. Акулки. А, золотомания. Да почему ты не можешь... Конечно, если... Вот это что такое у нас за установка, ребят? Какая-то типа большой подводной лодки, да? Ух, ё! Не-н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 е! Ребят, это реальные игроки или это кто вообще такие? Да, прижучили там меня конкретно. Просто я к чему говорю? Если это реальные игроки, как я тут должен вообще тогда выживать? Если я ничего не могу сделать. Куда бы я ни сунулся, меня сразу начинает атаковать. Чуть влево, чуть вправо. Все, расстрел, сразу же. Понимаешь, да? Может быть, потому что я пока еще маленький. Поэтому меня как бы тут все бомбят. Ай! Зачем же я туда? Ведь видел же прекрасно, что плавают эти медузы здесь. У меня прям как вот тянет. Так, ну, где-нибудь рыбка-то будет? Опа, опа, опа. Подожди, подожди, я должен ее бомбануть. Морской котик. Фу, спасибо. Я вот это вот съем. А черепаха восстанавливает нам ускорение, да, друзья? Насколько я понимаю. Вот это вот все рыбки с тобой поедим.
тупик, что ли? А вы сказали, где-то карта. Где тут карта? Тут, по-моему, друзья, нет никакой карты, если честно. Калибровка, видишь, наклон. Все, никакой карты я вообще здесь не вижу. Это не карта. Поэтому тут приходится, видимо, наугад. Может быть, она где-то продается? Может быть, в магазине? Дай-ка я вас съем, мелочь эту всю пузатую. Вот. Вот это белушка. Вот это я обожаю рыбку такую. Так, а это кто у нас тут? Иди сюда. Смотри, смотри, что. Ага, думал, уплывет. Двойное убийство, не уплыл. Обжорство. Что, взлети? Ой! Ничего себе. Воу! Видел там самолеты? Прикольно. Мне понравилось. Так, захомячил всех. Черепаха, иди сюда. Такая, такая шустрая, юркая. Так, у нас с собой сколько денег-то всего? Это что там? Иди ты! Ну ведь правильно мы сказали, да? Чем больше ты находишься в игре, тем больше на тебя начинает нападать всяких противников. Прикинь, такой самолет взял бы, сейчас захомячил. Видишь, уже тут акулы появились. Хотя их еще совсем недавно не было. А теперь они появились. Так, морские котики, куда вы лезете, а? Опа, 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 опа. Не понял. Да чтоб тебе... Да ну! Какого фига вот эта вот фигня меня завалила, а? Так, ребят, сколько у нас там денег? Мало, но надо глянуть. Так, друзья, я прокачал акулий укус. Не знаю, насколько я теперь буду сильнее, чем был. Ну, просто мне надоело, что меня всякая мелочь, так скажем, да, уничтожает. Правда, я не верю, что мне это поможет, прокачка этого укуса. Но мало ли. А вдруг? Так, я здесь где-то видел человечка. Вот он. И краб такой побежал, да, ко мне на разборку. Сейчас нас подкинут опять. Ох. Вот это по красоте. Эть. Гигантские бомбы эти тут. Иди сюда. Перекусили. Перекусили. Да-да-да-да-да-да-да. Смотри-ка, тут целые стадо этих крабов. Такой не понял, да? В чем проблема? А проблема в том, что я тебя уже схавал давным-давно. Только это не мои проблемы, а твои. Ну-ка. Почему я этих красных рыбок не могу есть? Он как-то их ест, но очень плохо. О, золотомания. Давай, 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 хавай там все, все подряд. Ага. Где он? Но это ведь не тот, да? Или тот? Нет, ребят. Тот, по-моему, какой-то красный был. Это такой обычный. Ого, сколько здесь мин. Зачем, объясни-ка мне их, столько тут. Опа.
робота нашел. Нет, по идее, надо где-то, ребята, искать карту. Ой, тихо. Потому что если здесь... Да оно! Да как... Как они это делают, а? Так, ребята, у нас с вами же третий этап. Так, бонус предметов. Так, бонус на объекты. 1 из 15. А где же там все эти остальные-то, а? Это очень долгий и кропотливый труд по прокачиванию нашей акулы. Согласись. Особенно меня бесит тот факт, что, по-моему, это я получил как бы улучшение, да, своей акулы. Отдай гем. Ай. Надо бы, наверное, может быть, ускорение как-то прокачать. Вот эти акулы... Нет, не эти меня тогда бомбанули. Сам совсем другие были. С этим-то я разберусь с полтычка. Все здесь хаваем. Так, тупик, что ли? Нет. Или тупик? Нет, не пойму я. А, течение подводное. Поэтому туда меня не пускают. Иди-ка сюда, рыбка. Пир на весь мир. Вот эти, по-моему, акулы меня тогда съели. По-моему, да. Такой... Обжорство. Не понял. Морской котик совсем, что ли, озверел? Эти скаты еще. Черепаха, хорош выпендриваться. Ого. Это что за супер... Смотри. Какая мина. Обалдеть. Так, этих мы акул с собой вообще на изи. Чего значит захватили? Кого захватили? Не пойму. Так, двигаемся дальше. Дай-ка я вот этих вот мелких. Да ну! Надо сматываться, ребята, от этих... От этой подводной лодки. От батискафа. Стоп, стоп. Ой! Хух, блин. Да какого ж лешего ты за хвостом своим дурацким зацепил? Я не понимаю, а? Так, ребят, ну что, как видишь, у нас уже 4 прокачки. Раз, два, три, четыре, пять. Еще 6. Ну и деньги, деньги, конечно же. Поплыли. Блин, вот так нормально ж... Тихо, да что ж тебя на мину-то? Вот прям вот тебя... Тянет как-то на эту мину. Опа, акула думала проплывет, да? Но не тут-то было. Ребята, если вы знаете какие-то фишки по этой игре, которые я сам еще не знаю, пишите обязательно в этом в комментарии. Почему-то мне кажется, что здесь что-то есть того, чего я еще не знаю. Ну-ка. Так, подожди, подожди, подожди. Вот видишь, он здесь вот, если в мировых акулах, да, он еще может есть спокойненько, если рядом даже проплывать. Здесь же надо целенаправленно вот прям, чтобы она... Ну, и вот это вот, видали, ребята, просто пропадает управление. Идиотизм. В ненужных моментах особенно это. Так, тихо, я тебе сейчас поплаваю. Идите сюда. Захомячил. Акулушки. Так. Ать. Замечательно. Идите, рыбки, сюда. Подожди, мне показалось, или... Этот еще морской еж тут выпендривается, да? Акулушка, вернись. Я все прощу. Черепаха, черепаха скачет. Так, электрические скаты нам, ребят, не помеха.
По-моему, все-таки в первой части как-то, ну, я не знаю, пободрее. Там музычка какая-то играет, да? Тут как будто все так втихомолку. Не знаю почему. Да ёп, просто ты... Конечно же, куда же без этих вот медуз ядовитых. Без них просто никуда. Сейчас я доплаваюсь, по-моему, мне сейчас тут нахлобучат капитально. Ё-моё. Я уже понял, ребят, какое-то время проходит, да? И врагов начинается... Да ты съешь ты этого, ну... Золотомания. Что-то у меня такое ощущение, что эти крабы все больше и больше и больше становятся. Вначале были какие-то маленькими, потом они покрупнее стали. Так, стоп. Мина вот здесь, да, меня в тот раз отдуплился? Так, точно, здесь. Мишку нашли мы. Это, я так понимаю, четвертый, да? Подарок, потому что мы с тобой нашли робота. Пипец, просто пипец. Что за акула, а? Даже прокачку не заработали, а? Ну, а чтобы нам получить следующую акулу, нам же нужно вот эту, по-моему, полностью, да? Все и вкачать. Давай-ка мы, наверное, с тобой попробуем теперь вот в этом направлении поплавать. Так, тихо. Тихо, куда ты поплыл? Потому что туда мы с тобой уже плавали, да? В правую. Давай в левую сторону. Здесь немножко посмотрим, что тут у нас. Что тут у нас? У нас тут везде миды. Так, ты будешь, блин... Убивает меня вот это управление. Че, я уже подумал, тупик. Так, подожди, тут течение, что ли, какое-то? Не? Я думал, течение. Так. Ну почему он-то меня... А, нет, все, я его съел. Фух. Я уже хотел возмущаться, думал, почему он только меня подбивает. А здесь я не могу, да, наверное? К сожалению, не получается. А так было бы прикольно их тут. А может быть надо... Секундочку, по-моему, мы можем разбить эту клетку. Ты будешь... Давай, погнали. Где эта клетка? Вот она. А, не хочет он бомбить ее, к сожалению. Перекусил так сладенько, да? Ой, ё-моё. Прям на медуз. Черепахи, ничего себе у вас тут. Сезон целый черепашечий, да? Что у вас так много здесь? Иди, 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 иди сюда, человечек. Ха-ха. Захомячили. Захомячили от души. Что-то покраснело море вдруг. Опа, 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 опа. Ну, вот так вот. У нас тройное убийство написано было. Я все-таки съел. Супер убийство. Понял? Не просто какое-то там ничтожное убийство, а супер убийство было. Так, давай белугу эту перекусим. Ну! Да он меня... Нет, я все-таки съел. Мега убийство написали. Прикинь. Мега убийство. Эти морские котики, они все равно, прикинь, просто в наглую охотятся за мной и хотят подбить. А если я ему? Есть. Давай, пока нас тут... Опа! Где он? Он был же где-то здесь. Давай, 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 кусай ты его, господи! Есть, захомячил. Монстр убийства.
есть вот настолько мы с тобой круты. Я надеюсь, мне за это какие-нибудь плюшки-то полагаются. По идее, должны. Опять ты. Нет, ты котенок морской, ты достал, котик. Просто достал, просто одолел. Вот скажи, вот ты видишь, что акула у нас вот подросла? Я уже фиг знает, сколько я ем. И чтобы она хоть немножечко подросла, я этого вообще не вижу. Будем честны. И денежка почему-то не прибавляется. Где она? О. Так, подожди. О! Кто там радуется? Чего? Чего не распробовал-то? Не распробовал. Где-то тут я видел, ребят. Где-то я тут видел. Плавала, да? Ты видел тоже? Не распробовал. Вон она. Ой, тихо. Уходим. Опа, опа, опа. Перекус легкий такой был. Так, с этими тоже нужно разобраться. Все. А теперь можно сплавать сюда вниз. Где она? Вот она. Захомячил. Какое там очешуительное, да? Очешуительное убийство. Вот так вот. Так, подожди, дай-ка я его вот этого попробую сейчас подбить. Тут знаешь, что главное, чтобы... Есть. Чего, уморительное убийство. Так, а это что у нас такое? Пизанская башня. Это еще один секретик мы с тобой нашли. Это же великолепно. А вот, вот это вот... Дурацкая камера, вот серьезно тебе говорю. Нифига не видно, что там впереди находится. Ну и что мы с тобой? Так, одну прокачку получили. А, денег. Зашибись. Какое там уморительное убийство столько сделал. И всего лишь 326 монет. Смешно. Так, друзья мои, нам еще нужно сделать с тобой 5 прокачек. Ну, естественно, за сегодняшнюю серию мы вряд ли сделаем. Чтобы приобрести новую акулу. Ну, чтобы ее купить, нам, естественно, еще нужно будет накопить денег. С которыми здесь просто огромная проблема. С деньгами. Так, подожди, ху-ху. Ага, кто-то там. Ну, это легенький. Первая кровь. Стоп. Вот это меня немножко раздражает, что он... Ну что за дурацкая камера, а? Если я не вижу, что она находится впереди, ну я плыву туда, потому что, ребят, надо туда плыть. Мегажеватель. Иди сюда, куда поплыл там от меня? Но ведь это, ребята, 100% же не реальные игроки, да? Это боты. Как пить дать, это боты. Может быть, и реальные игроки? Нет, вряд ли. Куда это мы с тобой? Ага. Захомячили так еще, вкусненько. Так, это куда у нас тут? Ёпрасоты, не надо мне вот найти огромные-огромные мины. А почему так тяжело плывем-то? Понятно, опять течение, что ли? Фух. Какое-то течение непонятное. Ать! Давай, перекусим. Ладно, я тогда пойду дальше туда. Вот в этом направлении.
Хочу глянуть, что... Опа, опа, ой-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 
один заплывчик с тобой сделаем, как говорится, на дорожку. И будем потихонечку закругляться. Сюда. В следующей серии обязательно с тобой прокачаемся. Но вот насчет бабулей, я не знаю, ребят, где мы будем брать денег. 70, сколько там, 75 тысяч. Для того, чтобы открыть следующую акулу. Так, тихо, кого-то я тут вижу. Ёпрасоты. А это специально, да, кружится? Ну, ты будешь... Что за дурацкая... Вот что хочешь, что я делаю, ребят, не могу. Идиотическое просто управление. Вот все портит сразу же об игре впечатление своим вот этим дебильным управлением. Ну иди сюда, куда ты побежал там? Уплыла. Не, ну я в принципе могу из принципа ее догнать и покарать. Вот таким вот образом. Как говорится, уже дело принципа. Морские котики тут вдвоем. Одного захомячил, да? Дай-ка вот этих рыб. Всех хочу съесть. Новый этап. То есть, ну, как бы получилась еще одна прокачка у нас. Господи. Какие там свиные ребрышки? А почему свиные ребрышки, а не ребрышки? Так. Ты видел там? Где он? Вот он. Да укусай ты его! Съели мы. Мы его сожрали. Так, еще один я вижу там внизу, он плавает. И здесь, знаешь, что обидно, что нету слова «голод» нельзя собрать. Да? Как в первой части. Вот он. Ну, схомячили. Будет знать, как наезжать. Ну, скат от электрического ты должен съесть. Вот. Тут и оно. Давай дальше с тобой попробуем посмотреть, что тут внизу у нас. Ага. Давай, кусаем. Мега убийство. Так, по-моему... А, это течение. Ёпрасты. Так, это что у нас? Это мы с тобой еще, да, нашли? Какой-то бонус. Заводной робот Гиббон. Вот так вот. Может быть, здесь можно всплыть? Нет, здесь тупичок. А куда тогда мне? Только на поверхности все, что ли? Так, рыбки, уж извините. Кушать хочется, акули. Черепашка. Ниндзя, елки-палки, тут плавает. Так, ладно, давай с тобой попробуем сплавать еще дальше. Так, этими перекусим. Окей. Ох, ё! Это ее территория, что ли, это акулы? Трындец, и я от нее даже убежать не смог, ребят. К сожалению. Так, 273, ну, как ты видишь, еще 4 прокачки нам нужно сделать, да? Ну, вот как деньги зарабатывать, я ума не приложу. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!